Всем привет, город Крымск. Это район Надежда. Вот остановка, получается, с этого микрорайона. Можно уехать в любой район города Крымска. Эти дома находятся на горе. Когда было наводнение, у кого дома снесло наводнением, их всех переселили сюда, в этот микрорайон. Вся развитая инфраструктура, здесь получается Пятерочка, Валберис, пекарня, то есть здесь все есть. Сейчас покажу квартиру. Продается в этом районе. Цену оставлю в описании. Это все район Надежда. Поднялся на 7-й этаж. Вот такие виды. Это балкон, находится на 7-м этаже. Сейчас зайдем в квартиру. Смотрите. Ну, это как балкон-курилка. Такой длинный. А на полу кафель. А вот весь Крымск как на ладони. Это район Надежда. В подъезде керамогранит, кафель уложен. Вот такой широкий лифт. Это новые дома, новый район, район Надежды. Так, заходим в квартиру. Здесь получается коридор. Прямо кухня, также застекленная лоджия. Справа комната, слева ванна-туалет. Стоит стиралка, мойка, ванна. Стены, получается, пластик. Стены пластик. Так, здесь кухня, прямо кухня. Также выход на лоджию. На полу линолеум. Здесь кухонный гарнитур. Рабочая зона. А кухня такая немаленькая. Сейчас покажу лоджию. С лоджии видим такой вид. Все зелено. Там уже частные постройки. Это район Надежда, он находится на высоте. Если Крымск, получается, весь в низине, все боятся, что если будет наводнение, то Крымск топит. Поэтому здесь район на высоте. Потолки высокие. И здесь, получается, комната. Цену оставлю в описании. Также характеристики данной квартиры оставлю в описании. Смотрите, такие виды.